Здравствуйте, дорогие друзья! Я после сегодняшнего пляжного попа решил показать вам, что я нашел. Но не хочу я показывать там эти копейки, что я находил там евро, там колечко, там еще что-то. Я хочу вам показать то, что попадается на пляже. И я, когда нахожу вот такие опасные вещи на пляже, типа вот такая банка кока-колы, если кто-то наступит ногой, то порежется 100%. Вот это вот отбивка от старинных кораблей, медная, да? То есть ее на берег выкидывает. То есть, казалось бы, ну что тут, медь, но она очень опасна. То есть вот, вот эти вот тут кусочки, если попадут в ногу, вот это очень плохо. Ну вот такое вот старинное грузило свинцовое, но тоже торчит вот такой вот штырь. В ногу попадет, мало не покажется. Так вот, комрады, что я хочу сказать. Если вам попадаются на пляже вот такие вот вещи, да, то собирайте их и в мусорный пакет и выкидывайте. Ну, я не знаю, скажет нам кто-то спасибо за это, не скажет. Но хотя бы для себя вот такого вот морального удовлетворения, то, что мы, помимо того, что мы там что-то находим, какие-то интересные находки, ну, мы еще как бы и делаем доброе дело. Ну вот, потому что, в принципе, может же так оказаться, что и могут быть наши дети, наши близкие, да, в такой плохой ситуации. Ну вот это я хотел сказать. Так что всем хорошего копа перед сезоном. Все, друзья, удачи, комрады. Хорошо вам начать и закончить сезон копа. Все, всем удачи. Пока-пока.